Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов вручил государственные награды. Их получили 53 человека, благодаря которым республика обогнала другие регионы страны. Наши корреспонденты познакомились с новыми обладателями медалей и орденов. Татарстан сегодня в лидерах, и это результат нашей совместной работы. Такими словами Рустам Миниханов открыл церемонию награждения. Мне очень приятно сегодня вас наградить наградами Российской Федерации и Республики Татарстан. Я хочу поблагодарить всех вас за ваш труд, за вклад в развитие нашей республики. Я надеюсь, что у нас еще вместе с вами будет много успехов, но для этого надо много работать. В Белом зале Кремля деятели образования, науки, культуры, работники в сфере промышленности, экономики, сельского хозяйства, представители государственной власти, руководители и простые рабочие. 16 татарстанцев сегодня получили награды Российской Федерации. Среди них председатель Национального банка Республики Евгений Богачев, помощник президента по социальным вопросам Татьяна Ларионова, начальник управления по гидрометеорологии Сергей Захаров. Больше всех ругали, но очень сложная работа. Медали за доблестный труд удостоен Талгат Абдуллин, исполнительный директор Госжилфонда. Такую же награду получила уполномоченная по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. До медали Ордена России за заслуги перед Отечеством Рафилю Фасхутдинову довела преданность далеко не женской профессии. Более 30 лет она на должности слесаря. Швею по первому образованию в эту сферу привела подруга. Вот когда она меня уговаривала, я ей говорила, я же швея. Я говорю, отвертку не умею держать, как я пойду? Она мне сказала, я тоже слесарем не родилась. Вот я решилась и 33 года отработала. Заслуженный лесовод Татарстана Фергат Каюмов за награды приехал из Кабицкого района. Участковый лесничий – человек, который живет профессией. Ведь даже в такие торжественные минуты в его мыслях коллектив и работа. Я уже президенту, своему коллективу благодарен. У нас сейчас перед нами самая сложная задача – посадка леса, своевременно посадить. Вот залог успеха. Государственные награды России и Татарстана Рустам Миниханов сегодня вручил 53 лучшим представителям своей профессии. Эльвира Ребятуллина, Айрат Мухаметзянов, Вести, Татарстан.